хранил я в чужой немецкой земле свою последнюю надежду и радость. Убила моего сына. Провожая командира в дальний путь, внутри меня что-то оборвалось. Вернулся в часть сам не свой. Хорошо, скоро демобилизовали. А куда идти? Что делать? Обратно? В Воронеж? Ну уж нет. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой друг. Его демобилизовали еще зимой по ранению. И он меня приглашал к себе в гости. Вспомнил и отправился в Урюпинск. Товарищ мой и жена его были бездетными. Жили в своем доме на окраине города. Приютили меня к себе. Несмотря на то, что у него была инвалидность, он устроился работать шофером во второту. Даже устроился и я. Сначала перебрасывали в районы всякий груз, а осенью нас перевели на вывозку хлеба. Так я и познакомился с моим новым сыном. Кот в песке играет. После рейса первым делом, конечно, в чайную перекусить. Ну и 100 грамм выпить. Надо сказать, к этому дурному делу я в тот момент пристрастился как следует. Смотрю, парниш сидит. На другой день опять сидит. Этакий оборвыш. Лицо все перепачкано арбузным соком, облепленное пылью, грязный, как прах. А глаза словно звездочки в ночи после дождя. Питается, видно, кто что подаст. То ли чудное дело, стал я по нему в рейсе скучать. Возвращаюсь быстрее обратно в город, в чайню, чтобы его увидать. На четвертый день, груженный совхоза, поворачиваю в чайную. На ступеньках, конечно, сидит мой парниша, болтает ногами и, судя по всему, голодный. Тогда я высунулся в окно и кричу ему: «Эй, Ванюша, забирайся скорее в машину, поехали, я тебе элеватор покажу». А после победы я от оклика моего вздрогнул, соскочил со ступенек, забрался на подножку и говорит: «Вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней звать?» Смотрит на меня так широко раскрытыми глазами, ждет, что же я ему отвечу. Я ему отвечаю: «Давно живу, все знаю». Зашел он ко мне с правой стороны, открыл я ему дверь, посадил рядом с собой, поехал. Шустрый такой парниша, а тут притих, вздрагивает и только изредка посматривает на меня из вздернутых кверху ресниц, вздыхает. Экая пташка уже научился вздыхать. Его ли это дело? Я его спрашиваю: «Ваня, а где твой папа?» Он отвечает так шепотом: «На фронте погиб». «Где твоя мама?» «Маму в поезде бомба убила, когда мы ехали». «Куда ехали? Откуда?» «Не знаю, не помню». «И что ж, у тебя совсем родных нет?» «Никого». «А где же ты ночуешь?» «Где придется?» И такая горькая слеза меня пробила. Я решил, не будь тому, чтобы мы порознь пропадали, возьму его в дети. Сразу стало светло, легко на душе. Я ему тогда говорю так же тихо, шепотом: «Ваня, а ты знаешь, кто я?» И он так тихо на выдохе: «Кто?» «Я твой отец». Боже мой, что тут произошло? Он залезет мне на шею, целует меня в лоб, в щеки, в нос. И как начнет свирестеть, как свирестель, что аж в машине глушно стало. «Папа, папа, родненький! Папа, я знал, что ты меня найдешь. Я так долго этого ждал!» А сам весь вздрагивает, прижимается ко мне, трясется, будто бы лист на ветру. Самого тогда меня тогда затрясло, как я не опустил руль, не знаю. Но в кювет все же съехал, глаза покрылись туманом, заглушил мотор. Подождал 5 минут, пока туман с глаз сойдет. Правой рукой обнял своего парня, а левой рукой стал разворачивать машину. На элеватор мы тогда не попали, поехали обратно в город, в квартиру.
нам уже было не до элеватора.